воде. Запах хороший. Ну, в общем, весь завтрак вот состоит вот из этого. А говорят, как полопаешь, так и потопаешь. Борща с говядиной. Все? Да. Я не могу забрать? Горячая, пожалуйста. А, да, горячая. 14 августа 2022 года. 14 августа 2022 года. Продолжается день в городе Орел. И обедаем в кафе «Миндаль». На обед у нас скромный борщ. И мы будем его сейчас пробовать. Проверяй, горячий, нет? Ну, я уже даже вижу. Постараюсь. Приглашаю. Пробуй. Горячий? Здесь горячее. Ну еще попробуй. Славный город Орел. Мы планируем завтра рано утром выехать. Изменили маршрут. Думали, что мы сможем какое-то время пробыть в городе Орел. А затем у нас были планы в Гомель поехать, потому что мы там не были уже 3 года. И затем нашу любимую Эстонию. Тоже, где не были 3 года. Но не получается, даже не получается по настроению. Не то, что от нашего настроения, от нашей тревоги зависит все, собственно говоря. Мы прямо почувствовали, что не можем двигаться дальше. И город Орел. Спасибо за встречу. Спасибо за эти вечера, за реки. Спасибо за многое, что было. И пусть будет все хорошо. На долгие-долгие годы. А ты нам за это бибики будешь давать. Спасибо за встречу в город Орел. 14 августа 2022 года.